Приветствую вас на How to Fix It. В этом техническом обзоре у нас Dell XPS 15, модель 9570. Вот этот ноутбук стоит $2000, и сегодня мы его посмотрим, разберем, вскроем, посмотрим, что у него внутри, что поддается апгрейду, замене, его ремонтопригодность. А также сравним его с предыдущей моделью Dell XPS 15 9560, и он же в этом корпусе выпускался Dell XPS 9550. Вот, ну давайте начнем все по порядку с модели 9570. Вот этот ноутбук, он позиционируется у компании Dell как премиум бизнес модель. Вот он полностью сверху, снизу алюминиевый, и очень даже чем-то напоминает вот этот ноутбук. Да, есть такое очень что-то напоминающее, да, и по цвету, вот, и по стилю. В общем, верхняя крышка алюминиевая. Это, конечно, классно, он вообще не прогибается, выглядит супер. Нижняя тоже. Давайте откроем. Вот внутренняя часть ноутбука выполнена из карбона. Я скажу честно, что очень приятная по ощущениям, приятная поверхность. Некоторые говорят, что очень залапывается. Ну вот, смотрите. Дотрагиваюсь, все нормально. Выглядит вполне нормально. Клавиатура, как и во всех XPS, не полноразмерная, короткая. Вот в предыдущей модели, вот в предыдущей модели она также выглядит. То есть и внутренняя часть предыдущей модели 9560, 9550 выглядит также. То есть внутренняя часть ноутбука, в принципе, она не изменилась. А такой же тачпэд, такая же клавиатура, внутри карбон. Единственное, что кнопочка немножко другая стала. Вот конкретно в этом случае матрица Full HD матовая, но есть также 4K и есть версии с тачскрином. Очень тонкие рамки, камера находится снизу. Вот матрица очень хорошая, за такой матрицей работать реально приятно. Вот. Также тут на борту дискретная графика GeForce GTX 1050 Ti Max-Q, хоть и Max-Q, но 128 бит и 4 гигабайта видеопамяти. Процессор здесь Core i7-8750, 8 гигабайт оперативной памяти. Это я говорю для того, чтобы мы потом посмотрели на систему охлаждения, провели тесты и сделали вывод, как справляется система охлаждения с дискретной графикой и с процессором. В общем, по матрице здесь очень классная матрица, очень приятно за ней работать, тонкие рамки. В общем, бизнес-класс, как он есть. Давайте сейчас мы его выключим и разберем. Что нас больше интересует, что внутри этого ноутбука. Кстати, если по внешней крышке, в чем отличие от предыдущей модели. Вот, если видно, здесь немножко светлее крышка, сделали алюминий, немножко светлее был, здесь немножко темнее. Вот, и более тонкий стал логотип. Здесь он был так потолще. Ну, давайте перейдем к самому интересному. Разберем, посмотрим, какие изменения у Dell XPS 9570 по сравнению с Dell XPS 9560 и 9550. Для разборки этого ноутбука понадобятся две отвертки Torx T5 и крестовая Philips 1. Причем вот все эти винты откручиваются Torx T5, а Philips 1 нужна вот только для того, чтобы открутить эти два винта.
Так, раскрутили нижнюю крышку, и она достаточно легко вот просто поднимается вверх, вот, и снимается. Хочу отметить, что в принципе для этого ноутбука имеет смысл охлаждающая подставка, потому что вот эта решетка, она как раз идет сразу на вентилятора. Поэтому, вот, видите? Поэтому для этого ноутбука есть, в принципе, смысл покупать охлаждающую подставку, если у вас здесь перегрев, ее использовать. Итак, вот мы внутри ноутбука, который стоит $2000. И давайте посмотрим, что же у него тут есть. А прежде чем мы начнем дальше что-то делать, обязательно надо отключить шлейф батареи материнской платы. Первое, что мы видим, это есть два слота под оперативную память, тип DDR4, вот, и максимальный объем, который здесь можно поставить, если я не ошибаюсь, 64 гигабайта, то есть двумя планками под 32. Также тут установлен накопитель M2 SSD. Тип накопителя M2 SSD. Вот PCI-Express, NVMe. Это тип накопителя M2, работает на PCI-Express шине. Если вы еще не знаете, в чем разница между типами накопителей M2, MSATA, SATA, M2, которые работают на SATA шине, которые работают на PCI-Express шине, здесь вверху всплывающие подсказки. Оставлю ссылку на другое видео, где я рассказываю, в чем разница в типах накопителей. Итак, если вы захотите проапгрейдить этот ноутбук, здесь поддерживается именно тип памяти M2. Что я также заметил? Вот тут, где установлена батарея, есть разъем под шлейф для обычного классического жесткого диска. Давайте сейчас открутим батарею и посмотрим. Итак, вот открутили все винты и поднимаем батарею. Да, смотрите, как бы предусмотрена площадка под жесткий диск, предусмотрен разъем, то есть можно подключить шлейф и установить дополнительно жесткий диск. Но тогда в таком случае вам нужна батарея, которая маленького типа, то есть вот такого. А это длинная батарея, то есть тут больше объем, ее нам дольше хватит, но при этом она закрывает разъем, слот, место для жесткого диска. Вот, давайте вот сейчас возьмем и посмотрим, как было в старой модели и что, чем отличается эта модель от старой по внутренностям. Вот модель XPS 9560 и она же 9550. А по системе охлаждения она даже не практически, она идентична. Далее, оперативная память, такие же два слота, тоже DDR4. Также разъем под M2 памяти, работающий на PCI-Express шине. Такой же съемный Wi-Fi адаптер. И такая же батарея. То есть, в принципе, различие только в том, что вот в новой модели, в 9570, более новый процессор и более свежая видеокарта. А так, в принципе, если присмотреться, то, в принципе, даже одинаковая материнская плата. Ну и есть, конечно, вот различия вот в этой части, немножко изменили. Вот, а так, как вы видите, в принципе, очень-очень похожие модели. Ну, то есть, в принципе, не так уж много изменений, но все же они есть. Итак, теоретически можно установить сюда жесткий диск дополнительно, если, конечно, вы урежете, поставите более меньшую по объему батарею. По динамикам. В этом ноутбуке, конечно, расположение динамиков не самое лучшее. Получается так, что
динамики выходят в стол. То есть весь звук идет в стол. Вот, если бы оно вверх уходило, намного бы лучше было, если бы так его спроектировали, или хотя бы в бок. Вот получается, звук уходит в стол. Дальше смотрим. Съемная Wi-Fi карта. Это плюс, потому что мало ли бывает такое, что Wi-Fi карты ломаются. Вот, и у вас есть возможность заменить. Также вот такие вот приятные бонусы в виде съемных, легко заменяемых модулей. Вот, к примеру, разъем питания. То есть вот он разъем питания, вот он отдельно подключается шлейфом к материнской плате. То есть во многих ноутбуках разъем питания, он как, вот, к примеру, как USB-порт, как HDMI-порт, он припаян к материнской плате. Если у вас поломался разъем питания, он расшатался уже, плохо держит контакт, в данном случае в этом ноутбуке вы его просто берете, снимаете и меняете. Достаточно быстро, то есть вот откручиваете здесь три винта, поднимаете петлю и меняете разъем питания. Смотрим дальше. Петли в этом ноутбуке, к счастью, очень хорошо, качественно сделаны. Потому что, смотрите, петля ее держит три винта с этой и с этой стороны. И эти петли упираются в корпус. А корпус в этом ноутбуке из алюминиевого сплава, то есть петли упираются в алюминиевый корпус. И такие петли прослужат очень долго. То есть, если бы это был пластик, это бы, конечно, было печально и пагубно. А так, можете быть уверены, в этом ноутбуке петли не выломают корпус. Это достаточно большой плюс. Дальше давайте вот посмотрим на систему охлаждения. Она практически не отличается от предыдущей модели, как мы только что смотрели. И я делал стресс-тесты этой системы, то есть, напомню, здесь процессор Core i7-8050H с дискретной видеокартой GeForce 1050 Ti Max-Q. То есть эта система охлаждения показала себя, в принципе, неплохо. Поначалу был небольшой тротлинг, но это пока еще вентиляторы не раскрутились. Потом система охлаждения, в принципе, выровняла температуру. Вот, тротлинга не было, и температура была где-то в районе там, 86 градусов. Может, кто-то, конечно, скажет, что это много, но имейте в виду, что корпус здесь достаточно тонкий, и для такого тонкого корпуса это неплохой показатель. Система охлаждения сделана достаточно интересно. Вот можете посмотреть тут на большой зазор между вентилятором и решеткой радиатора. То есть, в принципе, пылью она, конечно, может забиться, эта система охлаждения, но не так-то просто будет ее забить пылью. Но все же рекомендую этот ноутбук времени от времени чистить. Что касается процессора и видеокарты в этом ноутбуке, они распаяны, заменить их нельзя, поэтому это стоит учитывать. То есть, если вы покупаете этот ноутбук с такими характеристиками, поменять вы только тут сможете оперативную память, добавить объем, либо основную память M2 SSD тоже сможете увеличить. Ну или Wi-Fi карту, что, я думаю, тут смысла нет ее менять, тут только ее можно поменять в случае, если она поломалась. Чистка системы охлаждения здесь достаточно легкая, тут в принципе не стоит сильно там заморачиваться с разборкой. Вот, к примеру, этот вентилятор вот откручивается, убрав всего два винта. Вот, и вы уже можете снять вентилятор. Вот, в принципе, у вас уже есть доступ к радиатору. Можете тут вот, немного пыли есть. Можете ее убрать, эту пыль. Почистить радиатор. Вот, вентилятор. То есть, в принципе, все очень быстро тут чистится. Также вот небольшое количество винтов на самой системе охлаждения, кстати, вот они пронумерованы, откручиваете в порядке нумерации, вот 4 винта, вот, и вот практически все вы меняете, можете поменять термопасту, почистить систему охлаждения, вентиляторы. Кстати, кому нужны конкретно видеоинструкция по чистке этого ноутбука, замене термопасты, я оставлю ссылки в описании, также все остальные полезные ссылки. Там вы сможете посмотреть, как его почистить, заменить термопасту, конкретно отдельные гайды. Так, давайте дальше смотреть. Мы убрали вентилятор, и вот видно клавиатуру.
В этом ноутбуке клавиатура, она съемная и легко заменяемая. Это огромный плюс. Вот видите винты. Эти винты, я сейчас покажу из другого видео, эти винты откручиваются. Их немало, но они все откручиваются. Это не припой, как, к примеру, в других моделях делается, или как вот часто любят даже в дорогих ноутбуках делать компания Asus. Они везде используют эти пластиковые припои, а в этом ноутбуке все прекрасно откручивается и легко заменяется клавиатура. То есть этот ноутбук очень хорошо поддается ремонту, и если вы там залили клавиатуру, вышла она из строя, вот она очень даже легко меняется собственноручно. И ссылки я поставляю тоже в описании под видео. Если подводить итог, этот ноутбук, конечно же, не является каким-то игровым решением. Это ноутбук именно вот для работы, для бизнеса. Вот, он очень стильный, он чем-то вот напоминает стиль Mac. По качеству сборки можно сказать, что в принципе оно выполнено на 5. Да, он стоит дорого, но вы тут получаете, в принципе, хорошо, пусть это не топовая производительность, в каких-то ноутбуках при такой же цене, в игровых ноутбуках, да, вы можете получить больше, потому что там будет стоять какая-нибудь видеокарта типа 1070 или 1080, а тут всего 1050 Ti. Но вы получаете достаточно тонкий ноутбук в классном корпусе, с легкой вот возможностью разборки, то есть вы сняли нижнюю крышку, вы сразу получаете легкий доступ к памяти, легкий доступ к системе охлаждения, даже не снимая вентилятор и радиатор, вы можете вот в принципе с легкостью почистить радиатор, и это классно. Вот, а также с легкостью можете поменять клавиатуру, она откручивается, заменяется. Вот, в общем, этот ноутбук, скажем, наверное, 5 из 5. То есть, если вам нужен ноутбук для работы, прочный, долговечный ноутбук, это, наверное, будет хорошим решением, при том, что, в принципе, система охлаждения показала себя неплохо. Мне кажется, что этот ноутбук справился отлично с нагрузкой. А вот еще раз напомню, все ссылки оставлю в описании. Ставим лайк. И до скорого на HowFixit.